Вот как-то так. Просто знай, я в этом деле очень хороша. Работаю дико, умело, где и когда удобно, даже стоя. Можешь не переживать, я профи. Но не в смысле, что я деньги зашибаю. Я просто фанатка дела. Если ты переживал. Мне стало легче, спасибо. Подниматься не обязательно. Я знаю. А если поднимешься, не обязательно. Я знаю. Мы можем выпить, и могу тебе картины показать. Я уже выпила и уже посмотрела много картин. Но я никогда не видела коридор с целой скамьей. Он просто невероятный. Хотя у слова «невероятный» после знакомства с тобой появляется другое значение. Ты просто невероятная. Я знаю.